Приветствую вас на канале «Живой Кипр с Orkona Estate». Я его ведущая Фариза. Сегодня у нас будет для вас очень интересное предложение. Если у вас большая семья и вы любитель комфорта, просторных комнат и красивых видов из окна, то оно обязательно понравится вам. Сейчас мы находимся в одном из самых популярных комплексов в регионе Фамагуста. О нем снято уже немало видео, и он заслужил такое внимание по праву. Это своего рода город в городе. Здесь есть все: кафе, рестораны, химчистка, магазины, салоны красоты, бассейны, закрытые, открытые. Здесь даже есть автобусы, которые будут возить вас бесплатно от комплекса к комплексу и также до моря. Кроме того, вы можете за символическую цену добраться до других городов. То есть все свои вопросы вы можете решать, не выходя из этого комплекса. С каждым днем все больше и больше людей желают купить квартиру в этом комплексе, поэтому он растет и развивается. Если хотите, здесь можно приобрести квартиру на этапе строительства по очень выгодным условиям для себя или для инвестиций. Досмотрите это видео до конца. Возможно, пентхаус, который мы покажем сегодня, именно то, что вы искали. Друзья, по ходу просмотра у вас могут возникнуть вопросы. Пишите их, пожалуйста, в комментариях. Мы читаем все, и мы обязательно постараемся ответить на них. Если вы хотите первыми узнавать о недвижимости на Северном Кипре и о жизни на этом замечательном острове, подпишитесь на наш канал и нажмите на все уведомления на колокольчике. Итак, что нас ожидает за этой дверью? Пентхаус 3+1. Общая площадь которого 198 квадратных метров, площадь террас 67 квадратных метров. Считается, что пентхаусы отличаются от квартир роскошью. Итак, давайте посмотрим, так ли это. И что я вижу? Это светлая просторная квартира. И слева от меня находится интересное дизайнерское решение. Это бамбук. И, кстати, в Древнем Китае бамбук ассоциировался с гармонией, счастьем, спокойствием в доме. Итак, давайте пройдем в гостиную. Вы знаете, что на Северном Кипре гостиные обычно совмещены с кухней. Гостиная достаточно просторная и большая. Здесь вы можете проводить уютные вечера со своими близкими и друзьями. Площадь гостиной позволяет выделить еще одну зону для отдыха. Здравствуйте, меня зовут Александр Сурков, я основатель компании Surcon Estate. О сложностях при переезде на новое место знаю не понаслышке, потому что сам переезжал и непосредственно работаю с клиентами и знаю о их проблемах и болях. Именно поэтому мы с командой создали очень полезный продукт. Знакомьтесь, наш Telegram-бот, ваш персональный помощник в адаптации на Кипре. Это интуитивный справочник. Вся полезная информация, которая пригодится вам, находясь на острове, чтобы сделать вашу жизнь здесь более комфортной и качественной. Все полезные места – магазины, рынки, рестораны, кафе, бары, аренда автомобилей, продажа автомобилей, аренда недвижимости, продажа недвижимости. Все это уже проверено нашими клиентами и нашими сотрудниками специально для вас. Если у вас все же остались вопросы и вы что-то не нашли в боте, то вы можете обратиться к нашим администраторам. Если вы владелец бизнеса, и вы хотели бы разместить информацию о ваших услугах, о ваших товарах, которые вы предоставляете, вы можете обратиться также к нашим администраторам и бесплатно разместить информацию в нашем боте. Желаю вам комфортной адаптации на нашем острове вместе с нашим ботом. Итак, мы на террасе. Посмотрите, какая она вместительная. Вы знаете, в стоимость квартиры обычно входит вид из окна. Посмотрите. С этой террасы видно море, а также по ту сторону видно горы. Как видите, с балкона можно увидеть всю инфраструктуру комплекса. Магазины, игровые площадки, бассейны, а также вновь строящиеся дома. Скажите, а вам нравятся картины на всю стену? И заметили ли вы, что лошади очень часто используются в интерьере дизайнерами? Как вам этот принт? Посмотрите, здесь скакуны, бегущие во весь упор. Существует такое мнение, что лошади – это символ неутомимости, целеустремленности и удачи владельца. А картины, где изображены бегущие галопом животные, помогут избавиться от стресса и помогут восстановить силы. Вы верите в это? Первая спальня. Посмотрите, здесь есть все необходимое для жизни. Прекрасный шкаф, очень вместительный. И у каждой спальни в этом пентхаусе есть свой санузел. Он находится здесь. Итак, спальня номер 2.
каждой спальне свой дизайн. Есть вместительный шкаф, как обычно, есть вентилятор. Все необходимое здесь есть для жизни. И кроме того, здесь есть выход на балкон. Мы выходим из спальни на вторую террасу. На эту же террасу есть выход из третьей спальни, которую мы посмотрим дальше. Посмотрите, какой вид с этой террасы. Также здесь видно море, и она достаточно вместительная. Здесь также можно разместить мебель, здесь можно делать барбекю. А сейчас мы находимся в главной спальне, мастер bedroom. В этой спальне, так же как и в других спальнях, постелен ламинат. Кроме того, здесь много зеркал, и вы, наверное, ждете, что я скажу: посмотрите, какой вместительный шкаф. Но нет, посмотрите, какая вместительная гардеробная. И как это обычно бывает у мастер bedroom, отдельный санузел. Итак, пентхаус на 12 этаже с видом на море и горы в сравнительно новом доме, которому всего 2 года. В этом пентхаусе практически никто не жил и использовалась одна комната. Этот пентхаус стоит 340 тысяч фунтов стерлингов. Поверьте, это хорошая цена, потому что если сравнить цены с квартирами, которые предлагает застройщик 3 плюс 1 общей площадью 100 квадратных метров, они стоят 275 тысяч фунтов стерлингов. И еще один немаловажный момент, что владелец выплатил все налоги. Вы были на канале Живой Кипр Суркон Эстейт, и сегодня мы показали вам пентхаус по очень хорошей цене. Если вы интересуетесь недвижимостью на Северном Кипре, обращайтесь к команде профессионалов из агентства недвижимости Суркон Эстейт. Мы будем рады помочь вам. Желаем вам удачи, до новых встреч!